пройшовши всі труднощі, пройшовши ці забиті маршрутки по ранках, 1,5-2 години дороги, тільки подумайте, 1,5-2 години. Діти їдуть в маршрутках, потім вони 5-6 годин вони навчаються, працюють, а потім стільки ж часу їдуть додому і ще мусять робити домашні завдання, але вони це роблять. Когда мы только перед 1 сентября собирались в школу, многие нам говорили, у вас не получится, потому что вы слишком далеко от школы, вы не сможете ездить, это нереально. Мы живем более чем в 40 километрах от школы, и нам надо добираться общественным транспортом, и приходится идти пешком до остановки. Однажды мы даже опоздали на электричку, и нам пришлось ждать следующей 5 часов. Я раньше ходила пешком 3 километра до электрички, 3 километра обратно. Теперь Бог сделал так, что дядя Андрей меня возит. Но я благодарна Богу, на сегодняшний момент прошло уже полгода, и мой ребенок с радостью идет в школу. Дорогой Иисус, помоги, чтобы мы не только рисовали ангелов, чтобы они у нас жили в сердце. Вначале я когда, я еще, хотя знала Бога, но я всегда давала сдачу, как мне говорила бабушка. А я пришла сюда и узнала, что нельзя давать сдачи. Теперь я уже стараюсь этого не делать. В этой школе Бог меня меняет и меняется мой характер. Если вы цените духовное воспитание своего ребенка, качественное образование, всестороннее развитие, то Радужный – это недалеко. Если есть смысл вкладывать во что-то деньги и время, то это в своих детей. И я желаю многим родителям оценить те преимущества, которые здесь наши дети получают. Я живу за поселком Котовского, езжу 2 часа на маршрутке. Но я не считаю это геройством, мне просто нравится эта школа и готов ехать. Даже, может, и больше километров. Каждый день добираюсь 2-1,5 часа до школы. Приходить в школу там, где Бог, это не устанешь никогда. Я еду в школу 17 километров. Я не устаю, потому что, чтобы ездить в эту школу, я готов хоть с большого расстояния ехать сюда. Потому что здесь не очень нравится. Я не являюсь адвентистом, и я знаю, что в школе работать с детьми очень непросто. И я, когда шла в школу работать, я немножко волновалась, потому что мой опыт работы связан со студентами. Но когда я пришла здесь работать, в эту школу, то я была очень приятно удивлена. Во-первых, мне очень удивили дети, насколько они добрые, они открытые, и они абсолютно свободные. Это говорит о том, что к ним здесь большое внимание. Я думаю, что Бог собрал нас сюда для того, чтобы мы были все вместе, в одной среде, развивались в Боге, и чтобы верили в Него больше и больше с каждым днем. В той школе постоянно ставили плохие отметки. Мы им не нравились, то они ставили плохие отметки. Постоянно матюкались, бились и, в общем, справедливости не было. В той школе внешний вид там, у меня постоянно был такой, чтобы с одноклассниками стыдно не было, чтобы. С той школы друзья, они такие, не совсем твои друзья были. Учителям было все равно на мое поведение, они просто записывали в дневник, и им было все равно, что будет дальше. А тут
учителя и директор помогают изменять поведение. Я эту проблему отдаю Богу и всегда говорю это в молитве. Я был в той школе не сильно открытым человеком, так как там был не очень хороший коллектив. Там без конца все дрались, обзывались. И никто ни с кем не хотел нормально общаться. Я даже не мог нормально говорить о Боге, что я христианин. Меня могли в той школе засмеять то, что если б я сказал бы христианин. А в этой школе я чувствую себя более свободным. Я могу быть тем, кем я хочу быть. Я могу легко в этой школе говорить, потому что это христианская школа. Адвентистов седьмого дня. Я почувствовал, что Бог мне помогает, и я становлюсь спокойнее. Я начинаю себя вести как более взрослый, осознанный человек. Тут хороший коллектив, тут всегда помогут, тут есть друзья. Мой любимый предмет – это математика. И я стал лучше учиться, то есть я там чуть ли не троечником был, а тут почти отличник. И тут мне больше информация воспринимается. Я в этой школе меняюсь в лучшую сторону, в сторону. Я недавно приехал в эту школу, и мне тут очень нравится. Ну что ж, сегодня я научу вас пришивать пуговичку. Скажите мне, кто из вас умеет шить? Я. Нет. Никогда не пришивали себе пуговичку? Нет. Итак, мальчики должны уметь делать все. Вот. И мы сегодня с вами научимся этому. И мне не нравилось там, в той школе. Потому что, там не считал, что я христианин. Потому что все время то бились, то еще что-то. И учительницы все время кричали, ругались. Когда я приехал в эту школу, мне тут, спокойно. Учительницы спокойные, классы чистые. Мне эта школа очень нравится. В этой школе я начал понимать лучше математику, так сказать, более персональный подход. И мне тут очень нравится. И учителя, и люди. Меня Бог сюда привел. Я много молился, я мечтал о школе. И Бог это сделал, я пришел сюда. 1000%, что это будет самая лучшая школа для нашего ребенка. В духовном плане произошли уже изменения, потому что ребенок обязательно молится на ночь. И в плане качества образования. А то, как тут вкусно кормят, я не могу ее вечером накормить. Она говорит: мама, я сытая. Мама, так вкусно тут готовят. А моей еде она так не говорит. Благодарю за все. Помоги, чтобы нам дали автобус. Аминь. Когда я сюда пришла, мне понравилось, что тут очень хорошие учителя. И когда начался урок, я поняла, что рядом со мной кто-то сидит и что-то говорит. И я поняла, что это Бог. Ну и он говорил, что он рядом со мной будет всегда. Поэтому я не боялась учиться, и у меня все получалось. Я пошла в школу в 5 лет. Я научилась читать, делать математику, изучать животных диких и домашних. Мы хотим открыть библиотеку, и там у нас будет читающая собачка. Мы будем приходить в библиотеку, берем книжку, и читающая собачка приходит. Но она, как все собачки, еще только ей читают. Она живая. Она слушает. Так случилось, что у моего сыночка задержка в развитии. У него проблемы с речью. Искали ту школу там, где он сможет раскрыться. Мы не являемся адвентистами, но я очень рада, что я попала именно в эту школу, именно в христианскую. За эти полгода, которые мы ходим в школу, у нас произошли изменения. Владик стал более самостоятельный, он стал более коммуникабельный.
Он ходит в школу с удовольствием. Ему здесь нравится, ему здесь комфортно. Детки его любят. Здесь, приходя в столовую, видя, как дети это все кушают, Владик тоже это пробует. Это очень большой шаг, потому что, придя сюда в школу, мы ели буквально там, ну, по пальцам можно было пересчитать, что. И по поводу речи. В речи у нас есть прогресс. Он много болтает на своем. Да, это еще не та речь, которая должна быть. Я верю, что очень скоро он сам сможет сказать: «Господи, спасибо, что я здесь». Я очень люблю свою школу. Мне тут очень нравится. Нравится моя учительница. Я была долго единственным учеником 3-го класса и все время молилась, чтобы к нам еще пришли ученики, и Бог привел еще учеников в мой класс. Я решила попробовать работать поваром в этой школе. И я вижу эти радостные лица детей, как они благодарят. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Меня это очень радует. Ви знаєте, ця школа, вона не просто навчальний заклад. Саме більше, що цінне для нас, це те, що діти отримують відносини з Богом. Тому що ми бачимо велике благословіння Боже, як вона почала, ця школа почала збудовуватися. Але це насамперед відносини дітей з Богом. Тому що ми знаємо, скільки вони молилися спочатку, коли їх було всього лише там 5. Ви знаєте, не пройшло навіть року. І слава Богу, ми змушені були позичати парти, ми змушені були брати їх для того, щоб їх ставити все більше і більше, тому що діти приходять. Дорогой наш Небесный Отец, спасибо за то, що ми зібрались. Дай нам мудрості і знання, щоб ми були успішні в учебі. І я хочу сказати, уважаемые родители, вам, що нет ні талантливих дітей, ні дітей, которым медведь на ухо наступив, нет таких. Все діти – это таланты. В нас буде велика школа, про яку вони мріють. В нас буде чудовий автобус, який вони самі зможуть розмалювати і їздити на ньому. Я вірю, що всі діти будуть мріяти навчатися в нашій школі. І я вірю, що ви можете в цьому допомогти. Слава Богу за все. Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих,